Давай сюда. Так, был я сегодня на рыбалке, ой, на охоте был, подстрелил одну куропатку, сейчас уже как бы вторая половина дня, я думаю пойти на рыбалку, уже с лодкой, посмотрю, что будет там. Так, еле зацепились. Ну что, половим? Угу. О, удар. Что? Удар. А что ты блеснул? Шрим же выбора. Маленький снэпер, наверное. А ну. О, мангров снэпер. Мангров снэпер. Он маленький, так что отпускаем. А, ушел. Ух. Сход. Снова сход. Так, давай. Хапа туда под сваю. Ну, что-то мелкое. Какая-то мелочь. Ух, сошел. Буду прямо под свайку. Опа. Прямо под свайку. Мелочь. Прямо в лодку. Ничего себе. Ладно, поплавай там чуть-чуть. Захотел лодку, посиди в лодке. Попугаю его немножко. Окушок. Маленькие окушки. Это нам не надо. Иди домой. Короче, ловится только мелочь. Ничего нету у нас сегодня. Ну, зато хоть лодку испытываем. Надо будет еще один якорь купить. Что течение сильно нас скидывает. Я ж выпрыгаю с воды, вылетает. Мелочь достала уже. Ну да, он под сваю пошел. Мелочь просто рулит. На якоре. Минимум. Кетфиш припалась. Ну, кетфиш чуть-чуть тянет. Ну, что-то у нас кетфиш. Ну, да. Питание, сомик. Сомик. С берега больше рыбу ловил. Ну, где отсюда? Что, Саш, выпрыгнуло сухо? Во-во-во-во. Что-то у нас. А, селедка. Селедка.
О, все, есть селедка. Леди фиш. Давай, давай, Андрюха, есть? Де садок? Де пацан? Вон, садок. Давай, давай. А, ти котяру поймав. Котик, на. Тільки акуратно, щоб ти пальця не пробив. Снув. О, ты селедку хорошо поймал. Ого. А ну покажи селедку свою. Ого. Эй, да, ты. Ну там что съесть? Котик или хороший? Ого. Покажи мне трошки палки. Ну, котяра, покажи себя. А, кетфиш, аккуратно. Все. Чуть-чуть больше окунек. Такой с ладошку жопа. Так что так. Дубасим рыбу. Или рыба дубасит нас. Сегодня какой-то слабый день на воде, но все равно хоть что-то клевало, хоть интересно было. Буду скоро сматываться домой. Так что. Вот так оно. Лодка я доволен. Для первого выезда на рыбалку она себя нормально показала. Так что, ну, вообще-то сейчас. Сейчас еще путь домой есть. Так что вот так. Так что так, ребята, поймали две такие ладифиш или селедки. Много было мелочи. Но я думаю, что пора все домой. Хватит на сегодня. Хватит, я устал. Все, хватит, едем домой. Все, пора уходить обратно домой. Все, сюда. Что-то не сдуло. Видно. Возвращаемся обратно домой. Можно сказать, что первая рыбалка удалась. Лодочка плывет. И супер, все. Буду в ворота попадать. Это лодочка. Ребята, сколько она нервов мне вытрепала. Куча нервов эта лодка мне сожрала. Вот так.
так я храню эту лодку. Помыли пресной водой. И все. И пускай она теперь сушится. Потом сделаем сидушки и все остальное. Главное после соли промывать пресной водой. Поняли, ребят? Передо мной хозяины не хотели это делать. И я разгребал кучу проблем. Так что вот так. И хранить надо ее в гараже, если есть.